Они без сомнения отправились на Донбасс, когда мирным жителям и нашим военным понадобилась врачебная помощь. Встали в первые ряды во время борьбы с ковидом и изо дня в день продолжают заботиться о здоровье людей. Профессия медицинского работника требует большой отдачи, моральных и физических сил. Но каждый из них любит ее по-своему. Она интересная со всех точек зрения. И она дает большое удовлетворение внутри. Потому что никогда не возникает ощущение, что ты бесполезно прожил день. Мы можем помочь и хотим помочь людям. Я люблю детей маленьких, которые, как говорится, первый раз, первое я их вижу. И мне это, в общем-то, очень сильно. Делаешь людям добро, помогаешь. Вот в отпуске, вчера был вызов, 22.15, у ребенка температура 39.7. Я встала, оделась и пошла. В этом году премией правительства региона была награждена педиатр давыдовского филиала Орехово-Зуевской областной больницы Ксения Лобанова. Я очень люблю свою работу, очень люблю детей, неважно, чужих, своих, любых, вообще, в принципе, людей. И мне нравится, когда люди следуют моим рекомендациям и улучшают тем самым качество жизни. В честь профессионального праздника 65 лучших представителей профессии были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Торжественная церемония прошла в Центре культуры и досуга «Мечта». Специалистов отметил глава округа Руслан Заглавацкий, депутат Московской областной думы Эдуард Жестцов, главврач Орехово-Зуевской областной больницы Сергей Бунак. Также были вручены награды от депутата Государственной думы Геннадия Панина.